Привет, привет, мои прекрасные друзья. Любите боровинок? Правда, здорово. Чудесный цветок любви и радости. Хотела вам показать еще сирень, как начинает расцветать. Видите, что нас ждет с вами? Заросли сирени. И солнце такое сейчас светит. В общем, скоро расцветет сирень, прямо в начале апреля, а где-то в мае, у нас прямо сейчас. Наверное, через пару дней расцветет, но поснимаем. Ладно, пошли к боровинку, он уже раскрылся. Уделим внимание боровинку. Он, кстати, тоже очень полезный. Потом, когда соберу, расскажу, от чего и для чего. А вот смотрите, другие цвета. Здорово, да? А вот более бледненький, а вот густой. В общем, с боровинком вас. Обнимаю вас с боровинком. Чао-чао, мои прекрасные друзья.